Здравствуй, это снова я. Ты спросишь меня, почему снова я последний раз видел тебя 6 лет назад. Это тут ни при чем. Это снова я, и я покажу тебе кое-что интересное. Я покажу тебе, что находится внутри вот этого фрукта. Дуриан называется. Очень странный запах, и он колючий. Никогда раньше не скрывал просто его. Какой? По идее, когда вскрываешь его, то запах начинает становиться все четче, глаза слезятся. О, он треснул. Не до конца. Я знаю, знаю. Давай скорее, быстрее, ты что, не можешь нормально разрезать его? Но он колючий. Это как вскрывать ежа. Что, смеешься? Как, я думаю, что надо рассчитывать минут на 30 этого видео, пока я его раскрою. О! Ну и запах. Я не знаю, вот этот... У меня очень большой словарный запас, как вы можете наблюдать. Но я не могу передать этот запах. Какой он отвратительный. Ну, похоже на лук такой, знаешь, подпорченный лук немного. И ладно, шипы, да, типа шипы покололо и все. Но вот запах, конечно, не дает спокойно его отведать. Выглядит вот так внутри. Очень мягкое. Похоже на масло вокруг вот косточки вот такой. Косточка твердая. Сейчас у меня ощущение, что это лук такой. Сыроватый, только вынутый. Ребята, только потому что полезно. И все. А можешь отведать? Вот смотри, тебе красивый вот такой кусок.